Многие женщины набирают во время беременности десятки лишних килограммов, потом пытаются сбросить их долгое время, но это не про Викторию Лопыреву. Модель родила первенца всего 3 недели назад и уже вернулась в свою добеременную форму. Несмотря на интересное положение, Лопырева много работала, летала по разным странам, старалась питаться правильно, хоть и не всегда получалось, поэтому вес у нее рос только за счет живота и минимальных отеков. И после родов все это ушло буквально за неделю. К тому же, по публикациям в сторис поклонники поняли, что модель не кормит ребенка грудью, свое возвращение из роддома звезда отмечала вином. Свое питание Виктория не ограничивает. Она с удовольствием ест домашнюю еду, которую ей готовит любимая мама. Она прилетела в Майами помогать дочке с ребенком на первых порах. Виктория своим внешним видом довольна, но в самом скором времени планирует начать заниматься спортом. Завтра нашему мальчику 2 недели, всего 2, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся, время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту, говорила Лопырева неделю назад.